пятницу в Самарской области пасмурно, но будет проглядывать солнце, местами пройдет дождь, температура воздуха в дневное время плюс 14, плюс 16, ночью 4-6 выше 0. Ветер усилится, юго-западный, подует со скоростью 8-10 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо и дождь, днем плюс 14, ночью плюс 4, юго-западный ветер, скорость 9 метров в секунду. В Тольятти тучи, возможен дождь, днем 15 тепла, ночью 4 с плюсом, ветер юго-западный 10 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 15, ночью плюс 5, юго-западный ветер 8 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 32%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.